Всем привет, с вами Джон Кобра, и в сегодняшнем ролике мы вместе с моими подписчиками будем играть в игру под названием House Tycoon. И в сегодняшнем ролике мы полностью прокачаем наш дом, купим все автомобили и, конечно же, купим кастомку для нашего дома. Конечно же, если ты не подписан на мой канал, то ты должен прямо сейчас поставить этот ролик и подписаться. А если ты уже подписан, то должен поставить лайк. Мне будет очень приятно. Ну что, не будем тянуть время. Начинаем! Так, для начала мы пойдем в наш дом и прокачаем второй этаж. Как вы помните, в прошлой серии мы толком-то и не смогли прокачать второй этаж. Нам просто не хватило ни денег, ни времени. Так что прокачиваем все это уже в этой серии. Надеюсь, что вы не обидитесь. Так, покупаем кроватку и все. И, конечно же, покупаем тайную комнату. Здесь мы покупаем пол, стены. Ну и, короче, все. И нам здесь дают ачивку «Секретная комната». Вот именно здесь вы и должны получить ачивку «Секретная комната». А та комната, которую я показывал в своем ролике, это просто пасхалочка. Вот так. Все. Мы полностью прокачали этот бункер. И сейчас пойдем. И купим кастомку для нашего дома. Дом мы практически уже прокачали полностью. А, нет. Точно. А, давайте, мне кажется, музыку выключим чуть-чуть, чтобы вы меня хорошо слышали. Мы еще не полностью прокачали, так скажем, наш дом. Мы еще не прокачали газончик. Сейчас мы должны полностью прокачать газончик, но для начала мы должны купить заборчик, да. Как же без заборчика? Да блин, так у нас большая территория, что и заборчик просто огромный. Но вы сами посудите. Так, покупаем еще. Все. И теперь на нашей огромнейшей территории мы должны поставить бассейн. Да, бассейн. Круто. Все, прокачали фундамент, то я думал, все так и будет. Так скажем, чуть-чуть по-рукожопски. И, конечно же, водопады. Все. Мы полностью прокачали наш, так скажем, наш задний дворик для нашего дома. И теперь мы сейчас зайдем внутрь и купим кастомку для нашего дома. Потратим мы на это достаточно много денег. Аж целых 700 тысяч. А может, стоит сначала купить машину? Нет. Я хочу кастомку. Все. Я все же разобрался, как прокачивать наш дом. Для начала нам надо выбрать стену. Вот именно вот в этом вот разделе мы выбираем стены. Давайте сделаем стены неоновые. Это в подсвет наших автомобилей. И да, неоновичи. Так. И все стороны мы сделаем. Ой, ё-моё, нет. Стой. Да, все стороны мы сделаем вот такого вот неончика. Так. Выбираем цвет и материал. И выглядит это все довольно прикольно. Так. Офис мы сделаем. О, да. Мне нравится этот мрамор. Ой, не. Давайте вот так вот сделаем. А может лучше. Может лучше вообще дефолтный сделать. Да, наверное, сделаем самый первый мрамор. Так. Так. Или как-то, не знаю. Living room. Можно сделать так. Либо так. Ну, хочется что-нибудь интересное, скажите. Там, конечно же, прокачаем мы все. Мне как-то. Да, мне мрамор нравится. Ну, кирпичи, знаете, тоже ничего смотрится. Давайте, конечно же, ответим нашим подписчикам, что я цвет цвет изменят. Да, все. Я цвет изменяю. Ну, я даже не знаю, как лучше.
Ну, мне мрамор, конечно же, нравится. А может, стоит вообще везде все сделать в мраморе, да и не париться, а? Не, давайте реально первый этаж сделаем в мраморе. Мне хочется сделать тут везде мрамор. Так. Так. И... Блин, я не совсем немного разобрался. Так, нет, мне кажется, стоит сделать какого-то другого цвета, а то... Мы просто не поймем. Давайте сделаем... Ой, не очень как-то здесь. Хочется чего-нибудь интересного. Блин. Я не знаю, как это будет выглядеть. Давайте вот так вот сделаем и посмотрим. Просто посмотрим, как это будет. Неужели это серьезно будет выглядеть так рукожопско? Да. Это серьезно выглядит так странно. Да. Так, third floor... Так, это был офис сайтс. Да, я чуть не совсем, конечно, понимаю, как здесь все надо прокачать. Но пусть у нас все будет так. Я думал, что все-все можно прокачивать, а оказывается нет. Так, ну, гостиная у нас будет такая, main hall такой же, kitchen тоже будет такой. Так, ну, конечно, мне кажется, стоит пока все комнаты сделать, так скажем, мраморные. Пусть у нас, конечно, все будет в мраморе, но... Ладно. Ладно, я люблю мрамор. Почему бы нет, да. Почему бы нет? Мы стали олигархом. Почему бы нам не сделать все в мраморе, да. Почему, вот честное слово. Выглядит же это ничего так. Скажите. Так. Еще мрамор. И еще мрамор. Короче, все сделаем из мрамора. Ну, не знаю, есть ли смысл делать все из мрамора? А вот можно наши комнаты сделать какие-нибудь другие. Ну, вот это же наша комната. Можно ее сделать какую-нибудь такую. Железная мне не нравится. Неоновая. Ну как же мы спать будем тогда? Вот это вот выглядит ничего. Но это уж слишком уж как-то по-бомжатски выглядит, скажем так. Деревом. Это тоже по-бедняцки. Ржавчином. Слишком беспонтово. Мрамор. Самое то. Давайте покрасим, что ли. Покрасим мрамора. Ой, сделаем какой-нибудь такой мрамор. О, да. Пусть у нас все будет так. Может даже такой. Не, мне вот такой вот нравится мрамор. Давайте вот такой сделаем. А, комната 4. Здесь сделаем тоже мрамор. Но уже его поставим каким-нибудь таким вот. Да. А эта комната. Эта комната какая-то серенькая. Здесь мы поставим... Так, тоже мрамор. Короче, у нас будет такой дом в таких вот сдержанных цветах. Полностью заполненный мрамором. Да, вот так вот сделаем. И теперь перед мы тоже сделаем просто мрамори. Но уже в обычном, да? Это место мы сделаем... Я даже не знаю, как лучше сделать. Давайте так сделаем. И цвет сделаем какой-нибудь самый... Нет. Вот давайте сделаем такой красный, а материалом сделаем неон. Выглядит интересно. Так. И мы прокачали весь цвет дома. Давайте теперь посмотрим, как это выглядит. Так. Да. Давайте реально включим музыку. Потому что, как-то не знаю, просто слушать меня, конечно, можно, но мне кажется, будет интереснее осматривать все именно так. Ладно, да, реально, с музыкой лучше намного. Вот здесь выглядит, так выглядит теперь наш кабинет. Кстати, мы не купили автомобиль. Так, теперь у нас все комнаты чисто в мраморе. Ой, не все. Я что-то пропустил. Так. И где же мы найдем сейчас это? Так.
Так. И где? Я не знаю, короче. Ладно, давайте допустим, что там все так и должно было быть. И сейчас мы зайдем в эту комнату, и здесь что у нас? Здесь у нас ничего нового не добавилось. Короче, весь первый этаж мы полностью покрасили в мрамор. Да ладно уже, я не помню ее IP-адрес. Так, здесь у нас тоже все будет интересно. Пойдемте уже на второй этаж. Мне хочется уже на второй этаж, Как же выглядит наша комната? Выглядит она очень интересно. Прикольно, скажите. Ай. Так. А здесь все в неоне, как все и любят. Так. А в этой у нас комнате все в синем в таком стиле. И вот в этом в таком в таких фиолетовых сереньких цветах. Так. Давай, открывай, откроем эту тайную комнату. Открывайся. Ура. Здесь ничего не добавилось. Ладно. Теперь мы должны, так скажем, купить автомобиль. Вот какие мы жестокие. Так, покупаем автомобиль. Все. Мы купили самый последний автомобиль. Сейчас... Не-не-не. Ай. Так, в смысле не все красят? Да, получилось порекордно. А давайте напишем. У нас тройки модерн. Давайте вот так напишем. Ладно, я же хотел еще прокачать цвет нашей машины. Материал. Неон. 400 тысяч. Ой. Ой! Ой-ой-ой-ой, 400 тысяч. Давайте понадеемся, что нам хватит. Ой, как раз за всю серию мы накопили еще 200 тысяч, и теперь у нас 400 тысяч, и мы сможем купить раскраску для нашей Lamborghini. Ой. Ладно, я в Driving Simulator, извините, просто переиграл. Для нашего... нашей Audi. Так, давайте, мы сидим в машине, покупаем неон. И теперь выбираем цвет. Да блин, ну нам как обычно, нам теперь на цвет не хватило. На цвет надо 80 тысяч. И нам хватило на него, но не хватило на цвет, да. Такой вопросительный цвет. Сказал модерн и все. На этом был конец. Ладно. Нам осталось накопить всего лишь 5000. И эта серия чисто такая, чисто последняя, чисто самая. Кукататься, да-да-да-да-да. Обязательно, но надо купить. Все, мы накопили 80 тысяч. И теперь покупаем цвет нашей машинки. Все, давайте, мы сидим в автомашине, покупаем цвет и материал. Неон. Все. Го. Поехали кататься, Садись. Все. Давай, ну садись, подписчик. Садись. Мы же не можем бросить нашего подписчика, вот честное слово. Ну, давай. Друг пилот. Ну ладно, короче, бросай мне. Все, поехали. Поехали. Тогда будем просто кататься. Да. Пинка решает, честно говоря. Просто посмотрите, как выглядит наш дом по сравнению с остальными. Да. Ну что, дорогие друзья, я могу вас поздравить. Я... официально прошел этот тайкунчик. И теперь что мы можем сделать? Ну, мы можем, конечно же, это отметить, да. Давайте это отметим. Давайте. Пригласим всех на дискотеку. Давайте.
давайте пригласим всех наших друзей. Так, первый друг, второй, третий, все. Всех приглашаем. Всем приглашаем и давайте, давайте, давайте. Давайте, все, хватит. Давайте, давайте, давайте. Напишем команду. Еда. Еданси. Два. Так. Конечно, это хорошее окончание, так скажем, прохождения. Но по просьбе одного моего подписчика я сейчас поставлю одну песенку. Вот она, песенка, которая... которую мне написали подписчики. Так, и ответственный момент. Нажимаем на кнопку и... Да, конечно, как же без этого? Как же без этого? Как же без этого? Да, хорошее окончание нашего прохождения. Ну что, с вами был Джон Кобра. Обязательно ставь лайки, подписывайся на мой канал, если тебе не жалко. Мне будет очень приятно. Теперь на нашем канале скоро будет новый юбилей. И это уже 100 подписчиков. Я верю, что вместе мы сможем справиться с этой целью. Ну что, с вами был Джон Кобра. Всем до скорой встречи.